Лавочка влюбленных, карета принцессы и до недавнего времени украшенный цветами велосипед всегда привлекали внимание прохожих. Нравилась эта красота всем, кроме, видимо, воришек, один из которых недавно угнал раритетного позолоченного коня. Кому понадобился старинный 25-килограммовый велик, неясно. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как под покровом ночи молодой человек в белой футболке с корнем вырывает двухколесное украшение из земли и уносит его в неизвестном направлении. Правда, сотрудники магазина смотрят на этот инцидент с юмором. Мы не расстраиваемся, сделаем новый, круче, и как бы все равно плюсов много. Есть люди, то есть тех людей, которые приходят, смотрят, любуются гораздо больше, чем тех, кто это делает. Как говорят флористы, ни в прокуратуру, ни в полицию они не обращались, не видят смысла. А творческим порывам, по их мнению, никакие воришки не помеха. Полина Харченко, Анна Кулигина, ЗапТВ.